Анастасия Ашанина учится в 9 классе специальной коррекционной образовательной школе-интернате номер 26. Воспитанница мечтает стать учителем или воспитателем. Отсюда и появилось желание поучаствовать в национальном чемпионате «Обилимпикс». Настя соревновалась в компетенции дошкольное образование и заняла на конкурсе 3-е место. Ну, я была в роли воспитателя, я входила в эту роль и представляла, как будто я воспитатель и воспитывала маленьких детей. Какие у вас там были испытания? Испытаний было несколько. Это первый этап и второй этап. В первом этапе мы проводили пальчиковую гимнастику и развивали речь, а во втором на интерактивной доске. Настя очень хотела пройти в финал и оказаться в Москве. Ну и, конечно, занять призовое место тоже очень хотелось. Бронзе девочка рада, признается. Победить помешали технические неполадки с интерактивной доской и небольшие ошибки от волнения. Готовиться к чемпионату помогали специалисты социально-педагогического колледжа и классный руководитель. Учитель Насти Ирина Егошина переживала за воспитанницу на конкурсе и поддерживала из Ульяновска все дни испытаний. Какие чувства у вас были, когда она вам позвонила и сказала? Гордость. Гордость за то, что девочка добилась всего сама, то, что это ее действительно победа. Она к ней стремилась. Она этого хотела. Помимо Анастасии в конкурсе участвовало еще 8 ульяновских ребят. Из них 5 стали победителями, получив 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Напомним, чемпионат «Обилимпикс» проходит по федеральному проекту «Молодые профессионалы», входящего в состав национального проекта «Образование». Светлана Карпухина, Юрий Конихин, Улправда ТВ.